a season of restoration. Иисус сказал весьма четко и ясно, когда Сын Человеческий вернется, найдет ли Он такую неумирающую веру на земле. Именно такую веру продемонстрировала та женщина по отношению к неправедному судье. Отчаянные времена требуют отчаянной веры, и мне нужно стимулировать вашу веру. Люди стимулируют иммунную систему для борьбы с вирусом, а я буду стимулировать вашу веру, потому что праведный будет жив. Чем? Мы ходим чем? Мы побеждаем чем? Всякий, рожденный от Бога, побеждает этот мир. И сия есть победа, победившая мир. Вы можете сказать это. Это вера наша. Все, что не по вере, это грех. Без веры угодить Богу невозможно. Люди говорят о вере как о чем-то, что вы пробуете, но Библия говорит четко и ясно. Мы ходим верой, а не видением. Мы живем верой, угождаем Богу верой, побеждаем верой. Так мы побеждаем эту пандемию ковида, которая продлится в ЮАР до следующего года. Правительство перенесло даты о вакцинации. Вы можете быть за или против этого, но мы говорим не об этом. Если мир будет действовать по своему плану, то церковь останется на локдауне до конца следующего года. Я хочу спросить пасторов, к чему вы тогда вернетесь? Не говорите мне, что у Бога все под контролем. Почему вы не применяете эту фразу к своему бизнесу? Почему бы вам не забросить свой бизнес и говорить, что у Бога все под контролем? Бог осуществляет свой контроль на земле через назначенных им слуг, апостолов, пророков, пасторов, евангелистов и учителей. Бог на небесах, но Он делегировал свою власть церкви, чтобы она представляла Его интересы. Хочу повторить слова, которые я услышал от кого-то. Вирус не будет диктовать нам наше будущее. Я могу услышать на это ваше аминь? Я сказал, что вирус не будет диктовать нам наше будущее, потому что наше будущее определяется Богом, который сказал в книге Иеремии, 29 главе, 11 стихе, «Я знаю намерения, какие имею о тебе, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущее и надежду. Не видел того глаз, не слышало того ухо, и не приходило то на ум человеку, что Бог приготовил любящим его. А нам Он открыл это Духом Своим Святым». Я понимаю, что вирус реален. Я уже спрашивал нашу церковь в Йоханнесбурге, кто из вас уже переболел вирусом и готов жить дальше. Кажется, половина зала подняла руки и сказала, «Пастор, у нас была эта болезнь, но Бог спас нас. Бог был милостив к нам, и теперь мы готовы вернуться к жизни и дальше строить планы на будущее. Мы не будем заложниками того, что пытаются нам навязать. Образования нет, у молодых людей украли мечты, нет определенности, если вы не дитя Божие. Но дети Божии призваны жить по другим стандартам. Я хочу поговорить об этом. Утром я говорил о вере, которую невозможно отрицать, а сейчас я буду говорить о неотступной вере. Вера, которая получает то, что хочет. Добавлю также в Божье время, чтобы вы не подумали, что вы можете диктовать Богу свои условия. Давайте еще раз прочитаем Евангелие от Матфея. 7 глава, с 7 по 11 стих. Как я уже говорил сегодня утром, лучший образ, который вы можете иметь в жизни, это образ Бога. Я имею в виду, каким вы видите Бога и кто Он для вас. Каким вы видите Бога, это определяет то, как вы к Нему относитесь. А вы считаете Бога людоедом или злым и сердитым? Или тем, кто мечтает наказать вас? Кто Бог для вас? Каким вы видите Его? А какой Бог в Библии?
Люди колеблются между Ветхим и Новым Заветом, и у них получается непонятно что, потому что они объединяют благодать с законом. Вы не можете объединить благодать с законом. Гору Синай с горой Сион, старое с новым. Вам нужно понять, что вы живете в новую эпоху, и в Новом Завете Бог находится в новом положении по отношению к человечеству, не так, как в Ветхом Завете. И когда вы приходите к Богу, то вы приходите к престолу благодати и милости, и там вы можете найти помощь во время нужды. К примеру, если вам нужна работа, то я расскажу вам, как продержаться. Мне не важно, что говорит статистика по безработице. Слово Божие говорит: «Господь мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться, а мой Бог восполнит все мои нужды». По богатству, славе Христом Иисусом. Я никогда не видел праведника оставленным. У меня есть будущее и надежда. Если вы верите в это, то можете прославить Бога. Так что сегодня мы с вами говорим о неотступной вере, настоящей, крепкой вере, которая не сдается. Сейчас воздайте Господу громкую хвалу. Церковь, аллилуйя! Он даст достоин ваших аплодисментов. В Евангелии от Матфея 7:7 сказано: «Просите, и продолжайте просить, и дано будет вам». Я, конечно же, африканец, старающийся проповедовать на английском, но я знаю, что слово «будет» — это утвердительное заявление, убирающее все сомнения из этого предложения. Там не сказано «просите», ну и, может быть, «получите». Там также не сказано «просите». Если Бог так решит, то вы получите. А воля Божья была ясно показана еще 2000 лет тому назад. А воля Божья была подписана и запечатана кровью Иисуса Христа. И чтобы понять волю Божью, вам нужно понять, что произошло на Голгофе. Иисус умер не только за то, чтобы вы попали на небо. Он умер, чтобы дать вам жизнь. Он умер, чтобы вы имели победу здесь, на этой земле. Нет Божьей воли в том, чтобы вы постоянно страдали или жили в поражении. Аминь. Ищите и продолжайте искать, и вы найдете настоящее продолжительное время. Просите и продолжайте просить. Ищите и продолжайте. Продолжайте искать. Вы не просите всего лишь один раз, а вы просите, просите и просите. Настоящее продолжительное время. Не так, что я уже помолился, а я молюсь. Я молюсь и напоминаю Богу о Его обещаниях каждый день моей жизни. Далее сказано: «Стучите и продолжайте стучать». И двери перед вами откроются, потому что каждый, кто продолжает просить, получает. Кто продолжает искать, находит, а тому, кто продолжает стучать, откроют. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? Кто из вас так поступает? Дети приходят и спрашивают: «Мам, папа, что у нас сегодня на обед?» А вы отвечаете: «Свежий хлеб». Они садятся за стол, а вы открываете хлебницу и приносите им камень. Разве так вы поступаете? Конечно же нет. Что вы дадите им? Манну, свежий хлеб с небес. Они получат лучше, чем ожидали. А далее сказано: «И когда попросит рыбы, подал бы ему змею». Итак, если вы, будучи злы, грешны по своей природе, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный, такой идеальный и совершенный, даст благо просящим у Него. Как показывает опрос многих христиан, мы не знаем Бога, сидящего по ту сторону двери. Мы не знаем, кто стоит с той стороны, потому что у нас нет откровения о Нем. У нас есть религия, опыт, но не откровение. А Иисус пришел принести нам откровение о том, кто по ту сторону двери. Кстати, дверь — это Иисус Христос, а не какой-то пророк, не ваша культура и не ваш успех. Дверь — это Иисус Христос. Он — доступ к Отцу. Вы никогда не доберетесь до Отца, пока не примете Иисуса Христа. А почему? Потому что Иисус — это живой образ Отца. Иисус —
это проявленная слава Божия. Иисус — это Эммануил, Бог с нами. Иисус сказал: «Видевший меня, видел Отца. Если не верите моим словам, поверьте делам, которые я творю, потому что мои дела подтверждают то, что я пришел от Отца». Деяния, 10 глава, 38 стих. Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя, исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Нам нужно узнать, кто по ту сторону двери. В Ветхом Завете это был Бог суда, а дверью был закон, правила и постановления. И только первосвященник мог входить в эту дверь. Только он мог заходить за завесу, отделявшую святое от святого святых. Он входил туда один раз в год жертвой за грехи народа. А если он согрешил в своей жизни, то он мог умереть там, и поэтому край его одежды цепляли колокольчики, а на поясе завязывали веревку. На тот случай, если во время жертвоприношения к Богу нельзя было прийти без крови, потому что без пролития крови нет прощения грехов. И когда первосвященник входил к Богу во святое святых, это делалось воспоминание о грехе. Если был грех, то должно было быть и наказание. Если вы вдруг запутались, то вам нужно ответить на вопрос, где во всем этом наказание? Бог до сих пор наказывает нас? Если мы не дотягиваем до стандарта, то Бог наказывает нас? Если вы так верите, то значит, вы не принимаете жертву Агнца Божьего, который взял на себя грехи мира. Библия говорит, что Он одним приношением раз и навсегда усовершенствовал освящаемых. Освящение — это процесс, когда мы становимся святыми, то есть в глазах Бога вы оправданы, праведны, приняты, рождены свыше и в правильном положении перед Богом. А вот что означает слово «праведность». Вы в правильном положении перед Богом, поэтому в Божьих глазах ничего не отделяет вас от Божьего престола благодати, кроме двери. Если вы хотите попасть за дверь, то вам нужно изучить Иисуса. В своем земном служении Иисус открыл нам Бога как Отца. В Ветхом Завете Бог открывался людям под разными именами, но семь из них самые основные. Он Иегова Рафа, наш Целитель, Иегова Шалом, наш мир, Иегова Цедкейну, наша праведность, Иегова Рохи, наш пастырь, Иегова Макадыш, Господь святости, Иегова Ира, мой обеспечитель. В Ветхом Завете Бог всегда был рядом со своим народом, но Он проявлялся только на основании их послушания, а не на основании послушания Его Сына Иисуса Христа. И многие люди до сих пор, когда у них нужда или кризис, такой как сейчас в мире, говорят: «А за этим стоит Бог». Но это то же самое, что сказать, что Бог — партнер дьявола. Но в послании Иакова, 1 главе, 17 стихе сказано: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Бог не меняется. Он вчера, сегодня и навеки тот же. Малахия, 3 глава, 6 стих. «Я Господь Бог, я не изменяюсь». Он говорил это даже в Ветхом Завете. Итак, почему наша вера не работает? Потому что мы стоим у двери и мнемся, а еще из-за задержки мы начинаем сомневаться. Мы колеблемся, Бог не колеблется. Мы теряем терпение, меняем наше исповедание. Мы не тверды в наших убеждениях. Мы не приходим к престолу благодати и не продолжаем стучать, просить, искать. А почему? Да потому что мы не знаем, что с той стороны. Может, там Бог с палкой? Может, там Бог недовольный мной? И мы начинаем избегать Бога. Наши молитвы превращаются в формулу. А вера — это не формула. Вера — это все, что угодно, но только не формула. Вера — это глубокое доверие и упование на Бога, на Его Слово, на порядочность Бога и на Его непогрешимость. Бог следит за тем, чтобы Его Слово исполнилось в вашей жизни.
и условия никак не влияют на Его Слово. Но если вы хотите попасть на ту сторону и получить все те благословения, освобождение и благо, которые Бог готовит для вас за этой дверью, сейчас вы не знаете, чем занят Бог. Вы видите только это. Но мы призваны жить с верой, а не видимым. Что вы видите? Недостаток, проблемы, трудности, всякие болезни. И вы движимы всем этим. Потому что это все, что вы слышите, но по ту сторону сидит Бог. Библия говорит, что наша брань не против плоти и крови. То есть любое сопротивление имеет духовные корни. Как дитя Божие, вы имеете право приходить к престолу Божьей благодати. Вам нужно войти через дверь. Вам не удастся обойти дверь. Вам не нужны шаги номер один, номер два, номер три. Вам нужно войти через Иисуса Христа. Вы приходите к Богу только через Иисуса Христа. Вы приходите и говорите: «Отец, это я, во имя Иисуса». А Бог стоит с другой стороны и говорит: «А я жду тебя. Я слышу твои молитвы. Я послал к тебе архангела Михаила, но силы тьмы противостояли ему 21 день. Я отправил к тебе ответ в первый же день, когда ты помолился. Не сдавайся. Продолжай стучать. Продолжай просить. Стой, не сдавайся. Ответ уже близко. Свобода уже близко. Прорыв уже близко. Но продолжай стучать. Стучи, стучи настойчиво и без стеснения. Ты дитя Божие, у которого есть определенные права и привилегии. Ребенок иногда даже не стучит к родителям в комнату, а сразу входит во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Знаете, когда наши дети были поменьше, мы с Аратой спали на втором этаже, а дети на первом. На это были свои причины, но когда они поднимались к нам, мы слышали, как они идут. Топ-топ, а потом детские голоса. Вы знаете, что они уже там, но не хотите пускать их в комнату, потому что хотите поваляться в кровати. Аминь. Не смотрите на меня так, будто вы не понимаете. О чем я говорю? А затем кто-то из них набирается смелости и стучится к вам, но вы их игнорируете. Почему? Потому что я занят. Я занят глубокими интеллектуальными разговорами. Аминь. Потом. Они начинают стучать сильнее. И обычно Дэвид делал именно так. А затем их перестает волновать, что дверь закрыта, и вы слышите следующее. Это как моя собака. Она может открыть любые двери. Терьер — очень умная собака. Я нигде не могу его закрыть, он открывает любые двери. Он справляется лучше, чем некоторые христиане в своих отношениях с Богом. Если он хочет попасть ко мне, то он может прокусить дверь. Он найдет способ, чтобы попасть ко мне. Бог говорит нам то же самое. Он говорит: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Бог не ведет себя как человек с непослушным ребенком. Люди, которые издеваются над своими детьми, ненормальные. А если вы нормальный человек, то вы хотите для своих детей всего самого лучшего. Люди говорят, что мы даем ложную надежду. Вы о чем? Я с рождения говорил своим детям, что они прекрасные, замечательные и могут добиться всего, чего захотят. А я всего лишь человек. Я никогда не говорил им: «Вы будете неудачниками, вас выгонят из школы, не нужно ничего ожидать от жизни». Я говорил: «Вы голова, а не хвост. Вы наверху, а не внизу. Никто не лучше вас. Ни перед кем не прогибайтесь. Вы можете
реализовать все мечты, которые Бог вложил в ваше сердце. Я всего лишь человек. Как вы думаете, что Бог думает о вас? Бог говорит, что вы можете дотянуться до звезд, что вы рождены для победы, что вы будете лучше других в вашем мире, потому что внутри вас живет Бог. Внутри вас живет великий Бог. Дорогие братья и сестры, Бог не сомневается в вас. Бог верит в вас. Бог любит вас. Он желает отношений с вами. Бог думает о вас только хорошее. Он желает вам только побед. У него нет ни одной мысли осуждения по отношению к вам. Он может не быть доволен всем, что вы делаете, но он доволен вами. Так что, дорогие телезрители, нам уже пора прощаться. Знаете, что Бог любит вас. У Бога есть для вас прекрасное будущее. Я не знаю, что происходит в вашей жизни, но знаю, что если вы от всего сердца обратитесь к Богу, то Он все решит. Обратиться к Богу можно только через Иисуса Христа. Возможно, из-за этого вируса вы потерялись и ушли от Бога. Положите руку на свое сердце, сделайте это прямо сейчас и скажите: «Господь Иисус, сегодня я отдаю себя Тебе. Бог, Ты нужен мне. Спасибо, Иисус, за то, что Ты пришел, умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Я верю, что Ты живой. Я хочу следовать за Тобою. Я хочу жить для Тебя. Поэтому сегодня я отдаю Тебе всю свою жизнь и всего себя. Во имя Иисуса. Аминь. Благословение вам и спасибо за внимание. Пусть Бог будет милостив к вам. Будьте благословенны. Люблю и обнимаю».